Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. Наша пресс-конференция посвящена подведению предварительных итогов пилотного проекта Росздравнадзора по маркировке лекарственных средств. Разрешите представить наших сегодняшних гостей, руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко. Мы вас приветствуем. Генеральный директор Герофарм Петр Родионов. Здравствуйте. Генеральный директор группы компаний Неофарм Евгений Нефантьев. Добрый день. И заместитель генерального директора компании Биокат Алексей Торгов. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в пресс-центре ТАСС. Михаил Альбертович, я передаю вам слово. Давайте расскажем о предварительных итогах проекта по маркировке. Самая правая клавиша включит микрофон. Прошу вас, начинайте. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я сразу бы хотел немножко поправить Алексея. Проект реализуется не только Росздравнадзором. Мы один из соисполнителей. Это глобальный большой для страны проект. И в него вовлечены несколько федеральных органов исполнительной власти. В частности, лидером реализации этого проекта выступает Министерство здравоохранения. Соисполнителями является Росздравнадзор, Министерство промышленности и торговли, и оператором всей системы этой огромной программы является Федеральная налоговая служба. И прежде чем рассказывать, что это такое и преимущества, и какие бенефиты могут получить все участники этого проекта, мне хотелось бы предложить вам посмотреть короткий ролик, 4-минутный, чтобы вы воочию визуализировали все то, что будет происходить, а дальше мы потом... Да, уважаемые коллеги, мы обращаем ваше внимание на экран, и сейчас мы как раз покажем вам, как все происходит. Качество лекарств напрямую влияет на жизнь и здоровье населения. Даже небольшая доля фальсифицированной или недоброкачественной продукции – это прямой риск тяжелых последствий. Для борьбы с контрафактом правительством России в соответствии с поручением президента инициирован проект «Лекарства, качество и безопасность». В его рамках каждая лекарственная упаковка получит уникальный код, благодаря которому появится возможность отследить путь медикамента от завода-изготовителя до конечного потребителя. К сегодняшнему дню федеральными органами исполнительной власти проведена масштабная подготовительная работа, паспорт приоритетного проекта и принято соответствующее постановление правительства. Разработаны также график проекта и рабочая документация, включая основные стандарты и принципы глобальной информационной системы маркировки. Всеобъемлющий охват гражданского оборота лекарственных средств маркировкой намечен на 2019 год. В России маркировка будет производиться в формате Data Matrix в соответствии с международным стандартом GS1 и будет содержать идентификационный номер упаковки, глобальный код товара и классификатор товарной группы, в которую он входит. В обязательном порядке также указывается срок годности препарата и номер партии. Рядом с 2D-шифром может размещаться информация в числовом виде. Для создания используется генератор случайных чисел с пренебрежимо малой вероятностью отгадывания, защищающий код от подделок. Помимо нанесения на упаковку, данные о каждой единице продукции через сервер предприятия передаются в единую систему сериализации. Сведения, генерируемые участниками информационного контура, передаются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Это позволяет однозначно отследить принадлежность каждой упаковки, а также призвано обеспечить повышенную безопасность системы. Начиная с 2019 года выпускаться смогут только маркированные медикаменты, что позволит полностью исключить из оборота нелегальную и недоброкачественную продукцию. Оборудование для нанесения маркировки должно быть встроено в производственные и логистические контуры всех участников фармацевтического рынка России, производителей и импортеров, дистрибьюторов, аптек и лечебных учреждений. Помимо этого, новые потоки данных потребуют дополнительных вложений в информационную инфраструктуру предприятий. Однако эти затраты нельзя будет назвать напрасными. Мы видим в маркировке три существенные выгоды для фармацевтической индустрии. Во-первых, производители сделают для себя рынок прозрачным, поймут, где препараты их находятся, где хранятся, когда, в какой момент продаются. Это важно для производителей, для планирования своего производства и для минимизации оборотного капитала. Раз.
Второе. Маркировка позволит производителям очень быстро видеть эффективность своих расходов на продвижение. На рекламу, на работу медицинских представителей. Это крайне важно, поскольку эти расходы на продвижение для производителей составляют существенную часть бюджета. Это два. И третье, маркировка позволит для производителей убрать с рынка подделки и очень быстро видеть, какая именно упаковка из какой серии дала конкретную неблагоприятную побочную реакцию в системе фармаконадзора. Помимо защиты от контрафактной продукции, благодаря ей производители имеют возможность быстрого отзыва ненадлежащих партий лекарств. Исключается также продажа медикаментов с истекшим сроком годности. Государство получает дополнительный эффективный инструмент администрирования и контроля за налогообложением. К моменту, когда система маркировки начнет полноценно функционировать, возможность оперативной проверки подлинности лекарств получат не только государственные органы, но и потребители. Предоставление инструментов контроля неограниченному кругу пользователей предусмотрено паспортом проекта. Для этого им будет достаточно загрузить специальное мобильное приложение и отсканировать уникальный индивидуальный дата-матрикс-код упаковки. Таким образом, проект «Лекарство. Качество и безопасность» охватит всю страну, а его выгоды будут ощутимы для каждого жителя России. Спасибо большое. Но после данного ролика, я думаю, что общая идеология построения системы становится вам понятна. Прежде чем приступить непосредственно к реализации этого проекта, мы подготовили и провели целую сеть работ и мероприятий, которые позволила нам сегодня впервые, мы можем сказать уже четко, это первый год, когда в легальном обороте, в аптечных организациях, в медицинских организациях у нас снизилось количество недоброкачественных лекарственных препаратов. Как это произошло? Фактически реализован весь комплекс контрольно-надзорных мероприятий и требований, начиная от производства, кончая аптеками. Заключается это в чем? Что для производственных предприятий, для производств, для лекарственных препаратов установлены правила надлежащей производственной практики или то, что называется аббревиатура GMP. Следующий раздел – это установлены требования к дистрибьюторам, оптовым организациям и к аптечным организациям, также надлежащие практики. Плюс в Российской Федерации сегодня создана сеть лабораторий. В общей сложности их сегодня 12, и 13-я лаборатория строится, большая, мощная самая, в городе Ярославле. И еще одна поставлена под реконструкцию в городе Санкт-Петербурге. Эти 12 лабораторий сегодня взяли на себя фактически контроль почти 20% серий, обращающихся на рынки Российской Федерации. Плюс создана система мобильных лабораторий, которые позволяют контролировать сегодня практически все виды лекарственных препаратов в формах выпуска. Это и таблетированные формы, и ампульные формы, и порошки. Это неразрушающие спектральные методы анализа. И эти лаборатории, сегодня мобильные лаборатории, ездят по территории всей Российской Федерации и проверяют качество лекарственных препаратов неразрушающими методами непосредственно в медицинских организациях, в аптечных организациях и у оптовиков. Поэтому сегодня система создала целую группу, целый комплекс мероприятий, которые позволяют в лицензированных аптеках гарантировать, что лекарственные препараты будут доброкачественными. Но при этом мы понимаем, что сегодня система, к сожалению, имеет определенные дефекты, заключающиеся в профилактике таких правонарушений. То есть, создавая систему маркировки, фактически мы видим каждую лекарственную упаковку в облачной системе, которая позволяет в том числе прослеживать ее в последующем на всех этапах. И тем самым мы имеем четкую информацию о рынке лекарственных препаратов, в каком регионе какие препараты потребляются и где в том числе прогнозируется дефицит тех или иных лекарственных препаратов. Отслеживается адресность получения, в том числе льготными категориями граждан и медицинскими организациями. Эта система позволяет своевременно, быстро, в случае, если обнаруживается
проблемы по качеству партии или серии лекарственного препарата, даже пусть это будет 3 или 5 упаковок, неважно, но отозвать и гарантированно быть уверенным, что она повторно не введется в оборот. Потому что сегодня система, к сожалению, построена на издании писем, уведомлений медицинских аптечных организаций. Это очень сложный и длительный процесс, который одномоментно не позволяет на территории нашей большой страны одновременно известить всех и заблокировать обращение данного лекарственного препарата. В прошлом году мы отозвали из оборота более 1700 серий и изъяли из оборота почти 8 миллионов упаковок. Так вот, для того, чтобы их изъять, эта система, к сожалению, не позволяет это сделать одномоментно, сегодня. При введении системы маркировки это уже реализуется буквально в течение нескольких минут, и все участники процесса лекарственных, обращения лекарственных препаратов уведомляются о том, что данный препарат отозван, и он фактически продан или отпущен пациенту быть не может. И очень важный момент, всегда задают вопрос пациент, население, как нам лично убедиться, что купленная лекарственная упаковка лекарственного препарата является доброкачественной. Объяснять, что как должна выглядеть упаковка, как должна выглядеть таблетка, это достаточно очень малоперспективное занятие, потому что не всегда визуально вы сможете отличить. Проверять каждую лекарственную пачку лекарственного препарата, это неэффективно. Поэтому в данной ситуации каждый фактически житель нашей страны сможет, можно я попрошу у вас упаковку лекарственного препарата, с помощью смартфона вот нанесен такой двухмерный код размером менее сантиметра, который позволит на каждом лекарственном препарате лично убедиться пациенту о том, что эта упаковка находится легально в обороте и не забракована, и не была ранее украдена и повторно введена. И сегодня впервые я вам могу сказать, что система маркировки, она уже позволила уже получить реальную, во-первых, экономию финансовых средств. Это только еще старт, пока пилот, но уже результат есть. И упаковка лекарственного препарата, отмаркированная таким способом, не может быть повторно введена в оборот. Что это, о чем это говорит? То есть, когда либо этот препарат был украден на том или ином этапе, либо пациентам получен ранее и повторно какая-то аптека, нельзя препарат сдать обратно, это категорически запрещено. Когда пациент или аптечная организация идут в сговор, и когда этот препарат повторно попадает в оборот. Так вот, сегодня уже выявлены два таких случая и заблокировано обращение, соответственно, предотвращен ущерб здоровью в двух случаях. В общей сложности это превысило более, по-моему, 3 миллионов рублей, да? Это как раз... Более 50, да, миллионов рублей. Это как раз продукция компании «Биокат», которая, в том числе, одна из первых, начала маркировать в Российской Федерации лекарственные препараты. Поэтому сегодня эта система реально работает. И хочу сказать, что вот сегодня здесь присутствуют компании, в том числе компания «Герафарм», которая уже сегодня оснастила свои линии данной системой, данными печатными устройствами, информационными системами, которая позволяет сегодня агрегировать данные, передавать их в облако и прослеживать на всех этапах. Можно тоже попрошу. Препараты, которые также очень активно используются пациентами компании «Герафарм», и также на торце этой упаковки нанесен двухмерный код, который при считывании, при обращении к системе компьютерной позволяет нам видеть легальность выпуска этой пачки и проследить ее на всем этапе, на всех этапах. Сейчас я хотел бы передать слово, нашим коллегам. Пожалуйста, Алексей. Да, самое время, получить экспертную оценку производителей лекарственных препаратов, кто участвует в пилотной программе. Петр Петрович, вам слово. Расскажите, пожалуйста. Алексей, спасибо. Мы хотели по плану там ролик показать на минутку, если у нас есть одна минута. Да, конечно, нам, пожалуйста. Будет так наглядно продемонстрировать. Да, начнем с ролика. Система. Коллеги, внимание на экран, прошу вас.
Ну, на самом деле здесь как раз видно хорошо, что степень готовности предприятия к тому, чтобы полноценно участвовать в этом пилоте, не только уже, в принципе, отгружать продукцию, полностью соответствующую как бы, новым требованиям и индивидуально промаркированную. И это решение, собственно говоря, сделали наши собственные айтишники, то есть мы программу написали самостоятельно и оснастили, дооснастили нашу автоматизированную линию полностью автоматизированным решением и нанесения, и считывания, и проверки, агрегации данных, то есть мы знаем точно, в каком коробе сколько каких точно упаковок лежит. Более того, все это у нас автоматизировано и на складском учете, и готово передавать абсолютно агрегированные данные далее там, любому дистрибьютору или аптечной сети. И правда, собственно говоря, этап маркировки и агрегации данных, он в основном лежит там на производителе. И очень правильно, что мы начинаем как бы с этой стороны обсуждать эту тему. И с самого начала мы, как только эта идея возникла, мы ее всячески поддерживали. То есть, начиная там, на первых там, совещаниях, с первого, как сказать, дня, с первых сложностей, когда мы начинали обсуждать и выбирать решения, какие могут быть технологические решения индустриальные, чтобы сделать ее максимально простой, максимально достоверной, защищенной и обеспечивающей пациентов достоверной информацией, что они покупают оригинальный, качественный продукт. И, надо сказать, что сегодня мы, пройдя этот путь, через многочисленные встречи, обсуждения, когда мы искали вот эти решения, вот сегодня решение, которое получилось, индустриально, оно очень элегантное. То есть, но со стороны производителя мы точно можем сказать, что это все реализуемо. Это стоит небольших каких-то денег. Ну, например, то решение, которое вы сейчас видели на ролике, нам обошлось приблизительно там, в 10 миллионов рублей, чтобы полностью автоматизированный участок дооснастить всеми автоматизированными решениями и нанесения, и считывания, и упаковки и всего остального. То есть от стоимости там, линии упаковки это может обходиться приблизительно там, 10% в зависимости от степени автоматизации. Это небольшие затраты. Что получает производитель взамен? И мы это как бы поняли с самого начала, что с одной стороны это гарантия того, что продается твой продукт, второе, что нет повторного сброса, третье, за что мы сейчас платим дистрибьюторам, это за сбор данных, куда, где они отгрузили. Мы покупаем вторичные продажи у дистрибьюторов, а сейчас мы эти данные будем получать бесплатно, мы будем в системе видеть онлайн, где, в каких регионах, в каких аптеках мы продаем, сколько упаковок. Собственно говоря, это для нас даже экономия. Поэтому говорить о том, что для потребителя каким-то образом со стороны производителя будет увеличение там, стоимости, ну, это, наверное, даже некорректно. Потому что, по большому счету, мы получаем такой уровень сервиса от этой информационной системы, который нам позволит даже где-то сэкономить. Ну или, по крайней мере, точно остаться на прежних уровнях затрат. Поэтому помимо тех плюсов, которые мы получаем с точки зрения просто онлайн-аналитики, есть очевидные плюсы, ну, как бы гражданской позиции. Мы понимаем, что доверие к системе оборота лекарств в Российской Федерации просто кратно вырастет. Пациенты и потребители, они гораздо больше будут доверять продуктам, ну, лекарствам, которые находятся и оборачиваются в сети. Потому что до этого понятно, что есть какое-то сомнение, мне кажется, да, зародившееся там еще на протяжении там, десятилетий, что возможно какой-то фальсификат, возможно какие-то там некачественные препараты. Вот с внедрением этой системы это просто уйдет. Просто люди перестанут даже об этом думать, мне кажется, что в принципе возможна покупка фальсифицированных препаратов или некачественных. И мне кажется, что это самое ценное. И для нас, как производителей, потому что с ростом такого доверия будет автоматический рост и доверие к тем лекарствам, которые мы производим. Все, у меня. Спасибо. Спасибо большое. Далее я хотел бы передать слово Алексею Владимировичу. Как уже сказал Михаил Альбертович, ваша компания была первой еще до старта пилотного проекта, использовала маркировку лекарственных препаратов. Расскажите, какие, может быть, серые схемы дистрибьюции вам удалось пресечь благодаря маркировкам? Пожалуйста, прошу вас, ваш опыт. Спасибо, Алексей. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, наша компания приступила к маркировке своих лекарственных препаратов еще в прошлом году.
2015 году нами по госконтракту в рамках программы «7 видов затратных на залоги» был поставлен дорогостоящий лекарственный препарат. Впоследствии серии этого препарата мы начали выявлять в регионах, куда эти серии не поставлялись. То есть серый дистрибьютор каким-то нелегальным образом получали этот препарат и предлагали его к вторичной продаже. Нами была разработана, соответственно, мы поняли, что необходимо вводить какую-то систему, которая будет позволять отслеживать каждую пачку конкретного лекарственного препарата. Нами была разработана и внедрена собственная система для отслеживания движения лекарственных препаратов и заключены соглашения с дистрибьюторами об обязательности использования этой системы при принятии товара и его дальнейшей отгрузке. Для реализации проекта мы подобрали необходимое оборудование, произвели его внедрение в существующую упаковочную линию собственными силами. В настоящий момент у нас находится в промышленной эксплуатации оборудование с полуавтоматическим считыванием, то есть с послойной съемкой кодов при агрегации. До конца года планируется внедрение оборудования для агрегации на полностью автоматической упаковочной линии. После того, как было принято решение о реализации пилотного проекта, мы к нему подключились. Мы успешно прошли регистрацию в личном кабинете, мы зарегистрировали там наши лекарственные препараты, которые участвуют в пилотном проекте. И в настоящее время в процессе передачи в информационную систему маркировка находится порядка 43 тысяч упаковок из 7 серий. Всего на данный момент в пилотном проекте у нас участвуют 3 международных непатентованных наименования. Всего с момента начала нами внедрения маркировки промаркировано порядка 300 тысяч упаковок. Как совершенно справедливо сказал Михаил Альбертович, в результате маркировки нашей продукции нам удалось выявить 2 факта незаконной перепродажи наших лекарственных препаратов. Это в Санкт-Петербурге, в Тюмени, что нанесло ущерб государственному бюджету порядка 50 миллионов рублей. Что еще хочу отметить, что выявление вот такой схемы вторичной продажи лекарственных препаратов, которые незаконными серыми схемами были поставлены или были приобретены некими лицами, позволило вскрыть целую схему реализации таких мероприятий. То есть потенциальный ущерб от таких противоправных действий оценивается в несколько миллиардов рублей. В заключение хотелось бы отметить, поддержать Петра Петровича. Совершенно справедливо он отметил, что внедрение маркировки, во-первых, никак не скажется на стоимости лекарственных препаратов, а во-вторых, позволит сделать движение каждой пачки более прозрачной и понятной как для производителя, так и для потребителя. Спасибо. Спасибо большое. Финальное звено цепочки отслеживания лекарственных препаратов являются аптеки, аптечные сети. Я хотел бы передать слово Евгению Олеговичу. Евгений Олегович, расскажите, как внедрение пилотного проекта повлияет на работу аптек? Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Пожалуйста. Мы являемся участником проекта с начальной стадии. И могу сказать, что в августе этого года была проведена первая рабочая цепочка. Производитель, дистрибьютор, аптека, были реализованы первые упаковки лекарственного препарата с передачей информации в Федеральную налоговую службу. Я бы хотел сказать о тех плюсах, которые мы видим для себя, как представители аптечной отрасли, при внедрении данной информационной системы. Первое – это повысит доверие граждан к аптекам, которые в определенной степени не то чтобы отсутствует, но имеет определенные вопросы. Это полностью обеспечит прозрачность лекарственного рынка. Это минимизирует возможность попадания фальсифицированных лекарственных препаратов в коммерческий оборот. Это значительно снизит возможность попадания в коммерческий сектор препаратов, приобретенных по программе дополнительного лекарственного обеспечения за счет государственного бюджета Российской Федерации. За счет трекинга движения лекарственных препаратов на территории Российской Федерации
Это минимизирует возможность реализации лекарственных препаратов предметно-количественного учета без рецепта недобросовестными аптеками. Ну и, конечно же, это уменьшит нагрузку на контрольно-надзорные органы за счет возможности контроля за ценообразованием на список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в автоматическом режиме. Я могу сказать, что для аптек, на мой взгляд, это затраты на внедрение данной системы, они не являются какими-то глобальными. Нужно будет заменить сканирующее устройство на каждой кассе. Замена сканирующего устройства на одну кассу на сегодняшний день стоит 6-7 тысяч рублей. И обязательно, конечно же, нужно будет доработать товарную программу. Для крупных сетей, у которых есть собственные программы, это будут затраты аптечной сети. Небольшие аптеки и небольшие аптечные сети, как правило, работают на внешних программах. И здесь уже будет вопрос доработки как раз компаний, которые предоставляют данное программное обеспечение. Я бы сказал, что риски, они минимальны со стороны аптек. Конечно, есть аптечные учреждения в отдаленных районах, у которых нет возможности подключения к интернету, но таких аптек совсем небольшое количество на всю нашу страну, и я думаю, что к 2019 году, скорее всего, и они подключатся. И, конечно же, мне бы хотелось сказать о влиянии на ценообразование. На сегодняшний день розничный фармацевтический рынок, он настолько высококонкурентен, и те затраты, которые аптечные учреждения, аптечные сети понесут на внедрение вот этой системы, они, ну, на мой взгляд, они минимальны, поэтому это точно не приведет к увеличению цен на лекарственные препараты в аптеках. И то количество плюсов, которые несет данная информационная система и для граждан, и для аптек, они однозначно перевешивают те определенные сложности и те затраты, которые аптеки будут вынуждены понести. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, конечно, пожалуйста, Николай Ильич. Ну и еще мне хотелось бы добавить, во-первых, сейчас правительством рассмотрен уже проект закона по дистанционной торговле, который предусматривает возможность дистанционной торговли через лицензированные аптеки нерецептурными лекарственными препаратами, нерецептурными. Для того, чтобы убедиться при доставке лекарственного препарата непосредственно покупателю, мы должны в том числе иметь систему, когда гарантируем, что доставленный на дом лекарственный препарат, он является также доброкачественным и легальным в обороте. Поэтому вот эта система при реализации, в том числе дистанционной торговли, вкупе, она будет фактически одна дополнять другую. Потому что без нее мы видим в ряде стран, которые сегодня внедрили дистанционную торговлю, но не имеют возможности проверки таким способом, что количество правонарушений и поставка фальсифицированных лекарственных препаратов имеет место. Об этом в том числе заявляли страны и Европы, часть стран, и Соединенные Штаты, и Латинская Америка. Поэтому вот такой дополнительный момент, он необходим. Ну и мы не можем оставить без внимания продажи. Фактически мы вводим сейчас проект закона, прошел согласование всеми федеральными органами исполнительной власти, мы вводим еще систему контрольной закупки. То есть это тайный покупатель, когда непосредственно обращаясь в аптеки, надзорное ведомство, в том числе на этапе внедрения, будут контролировать с помощью контрольной закупки исполнение законодательства аптеками. Но и поскольку каждый житель страны заинтересован получить качественное лекарственное средство, фактически мы получаем и всех жителей страны в качестве наших соратников, которые также будут проверять и иметь возможность уведомить нас в случае правонарушения. Мы за последние две недели провели совместно с МВД несколько акций по контрольным закупкам
нелегального оборота то, что предлагается в сети интернет. Сегодня запрещена продажа лекарственных препаратов через интернет, но тем не менее имеет место такое правонарушение. И практически 10 уголовных дел было возбуждено вот за прошедший период, в том числе выявлены лекарственные препараты фальсифицированные. Это препараты для терапии вирусных заболеваний печени. И что имеет достаточно широкий сегодня спрос, препараты ботулотоксина, используемые в косметологии. Объемы продаж этого препарата легальные и большие, но в том числе были выявлены и фальсифицированные лекарственные препараты на основе ботулотоксина. И медицинские изделия, это на основе гиалуроновой кислоты, также используемые в косметологии. Поэтому вот весь комплекс мероприятий ни в коем случае мы не рассматриваем какой-то один из них. Но мы должны создать систему профилактики и невозможности такого правонарушения. Поэтому вот все это в комплексе дает возможность реализовать для населения безопасное лекарственное обеспечение. Спасибо. Петр Петрович, вы хотели что-то добавить? Да, коллеги, на самом деле у вас эти материалы есть в папке, но я бы хотел вот еще раз с трибуны пригласить всех. У нас будет 23 октября пресс-тур при поддержке Росздравнадзора, я очень надеюсь, даже и с участием Росздравнадзора, когда можно будет прийти, ознакомиться, собственно говоря, с этими технологическими решениями, получить там исчерпывающую информацию о технологиях, о сложностях, которые у нас были на этапе реализации, и, собственно говоря, сделать такой материал достаточно подробный о том, как эта система работает, как она реализована. И приглашаем вас 23 числа к себе на завод, это находится в Московской области. Приходите. Вот. Спасибо. Спасибо. Михаил Ильич, Росздравнадзор поучаствует? Обязательно Росздравнадзор возглавит это мероприятие. Да, точно придут. Спасибо. Уважаемые коллеги, далее мы переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, подходите, пожалуйста, к микрофону, представляйтесь, называйте ваши СМИ. У нас есть вопрос в зале. Пожалуйста, прошу. Здравствуйте. Корреспондент Айдын Мехтев, телекомпания, межгосударственная телекомпания «Мир». Вот у нас как раз будет сюжет на эту тему. Если разрешите, тогда два вопроса. Просто это ключевой вопрос для Михаила Альбертовича. Михаил Альбертович, скажите, пожалуйста, вот как Росздравнадзор в настоящее время контролирует деятельность интернет-сайтов, на которых можно сейчас купить и заказать доставку на дом лекарств, какое наказание им грозит? И сколько таких сайтов было закрыто за этот год, это в одном вопросе. И второй вопрос, если как бы запомните, вот, что вы только что сказали о законе, который будет регулировать и разрешать доставку лекарств через интернет. Вот, этот закон будет иметь правовые рамки для гарантии того, что вот по пути там курьер или кто-то не фальсифицирует, и вообще какие гарантии имеет потребитель, потому что мы знаем, что лекарства нельзя возвращать. Это такой особый вид препарата, особый вид товара, да, что его нельзя, вот, если ты купил. Вот два вопроса, спасибо большое. По вопросу интернет-торговля сегодня запрещена, но тем не менее предложения в интернете такие существуют. И нужно разделить как бы на несколько разделов. Первое. Легально то, что сегодня существует, это предложение в интернете о покупке лекарственных препаратов, которые доставляются в аптеку. И когда покупатель, пациент получает уже этот продукт в лицензированной аптеке. Это абсолютно законный вид деятельности. Незаконным является сегодня продажи. И вот то, что я вам сейчас перечислил, это уголовные дела, которые были совместно с МВД. Сегодня впрямую контрольные мероприятия такие реализуются только совместно с МВД и в рамках, в том числе, ежегодно проводимой операции «Пангея». Это проводимое Интерполом сразу одномоментно в нескольких странах и очень эффективное всегда эффективные мероприятия, когда мы выявляем не только лекарственные препараты, но и медицинские изделия, которые находятся нелегально в обороте. Сайты закрываются, и Роскомнадзор эти решения принимает. Сейчас я точную цифру вам не назову, но более 15-20 сайтов в этом году точно было закрыто. Но, тем не менее, они продолжают появляться. Это нарушение законодательства, и для того, чтобы их впрямую закрывать, вот закон, который по дистанционной торговле, я перехожу сразу ко второму вопросу, предусматривается, что аптечная организация
получающая лицензию на данный вид деятельности, интернет-торговлю, не препаратами, не подлежащими безрецептурного отпуска, на которые не требуется рецепт врача, подразумевается, что это будет привязка непосредственно к лицензии и полномочия у Росздравнадзора выявлять все эти сайты и в последующем передавать в Роскомнадзор для закрытия. Сегодня у нас таких полномочий впрямую, к сожалению, пока нет. Поэтому вот этот проект закона, он наделяет нас такой возможностью и более четко установит вот этот порядок. Мне хотелось бы предупредить всех о том, что наиболее опасный сегодня для населения вариант получения лекарственных препаратов, это существует и зарубежный сайт, всевозможные, которые отправляют экспресс-почтой. Ни в коем случае не нужно пользоваться этими сайтами, потому что риск получения фальсификата или контрафакта, ну, если не близок к 100%, то во всяком случае к этому стремится. Вот наши мероприятия контрольные, которые проводились, я упомянул, во всех случаях контрольной закупки выявлены препараты, находящиеся нелегально в нашем обороте, в том числе и фальсифицированные. Поэтому пользоваться данной услугой просто опасно. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Прошу вас. Микрофон вот с вашей стороны тоже есть. Угу. Анна Дерябина, Водемекум. Михаил Альбертович, вот вы в самом начале сказали, что благодаря проекту маркировки снизилось количество недоброкачественных лекарств. Может быть, вы можете какую-то конкретную статистику привести, конкретные цифры? Благодаря маркировке мы пока не снизили. Мы, это я сказал применительно к тому, что в легальной сети аптек сегодня снизилось количество недоброкачественных лекарственных препаратов благодаря именно реализованной ранее системе и комплексу мер, в том числе то, что я перечислял, это надлежащие практики, это система государственного контроля качества лекарственных препаратов. В прошлом году было изъято из обращения 1700 серий лекарственных препаратов, более 1700. В этом году эта цифра значительно меньше и за 9 месяцев составила около 600 серий. То есть по результатам года эта цифра будет практически, ну, с учетом вот результатов 9 месяцев, я думаю, что она будет почти в 2 раза меньше в сравнении с предыдущим годом. Это очень хороший результат. Это только за последний год вот такая динамика. А по фальсифицированным лекарственным препаратам сегодня в легальной сети количество уменьшилось в 2 раза за последние годы выявляемого фальсификата, но в том числе этому помогли совместные мероприятия с силовыми ведомствами, с МВД, Федеральной службой безопасности. Мы анонсировали, вернее, мы информировали уже о том, что было закрыто несколько нелегальных производств, и в том числе в Подмосковье. Поэтому сегодня вот комплекс мероприятий позволяет добиться таких результатов. А система маркировки – это фактически финализирующая часть, которая полностью нас обезопасит в легальной сети от недоброкачественной фальсифицированной продукции. Спасибо. Ваш вопрос. Михаил Альбертович, Елена Калиновская, «Фармвестник». Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для всеобщей маркировки необходимо внести изменения в 61-й закон и на каком этапе сейчас эти поправки? Вы абсолютно правы. Для того, чтобы система маркировки стала обязательной, необходимо внести изменения в федеральный закон об обращении лекарственных средств 61. Сегодня правительством в Государственную Думу внесен данный законопроект. На комитете в Государственной Думе он одобрен. И на этой или на следующей неделе он будет в первом чтении уже принят. Поэтому законодательная основа для этого, мы рассчитываем, что будет создана в ближайшую сессию, и подзаконные нормативные акты сегодня уже разрабатываются, и мы в ближайшую неделю разошлем федеральные органы исполнительной власти на согласование, ну и, соответственно, вывесим для публичного обсуждения. Мы обязаны это сделать, да? Да, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Вы хотели вопрос, да? Пожалуйста, микрофон, затем вы. Меня зовут Тамара Шафранова, я представляю издательский дом «Бюджет».
ну и также взаимодействие вот с «Коммерсант Наука». А скажите, пожалуйста, можно узнать объем фальсифицированных препаратов в цифрах? Ну вот сколько? Ну это вот один вопрос. Потом, в каких регионах наиболее, ну скажем, производят, ну не производят, наверное, фальсифицированные аппараты, препараты, ну подделывают. Далее, какие препараты наиболее, скажем, пользуются, ну, в нелегальном бизнесе, зарубежные аналоги или российские, ну и какого направления там? И можно описать социальный портрет этих людей, что это за люди, почему они к этому приходят? Ну и вообще, это же сложно сделать такое производство, наладить. Вот как им вообще в голову это приходит? Давайте по порядку, да? Значит, первое – это количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые выявляются. В общем объеме у нас в год серий лекарственных препаратов, находящихся в обороте, количество составляет чуть более 220 тысяч. Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, серий выявляемых в обороте в аптечных организациях и медицинских организациях, в оптовых организациях, составляет в пределах 0,01% Количество недоброкачественных лекарственных препаратов, выявляемых в предыдущие годы, составляло в пределах 1% от общего до 1% количества серий. Если говорить о в каких регионах выявлялись производства, мы можем говорить о том, что мы выявили, да? Это Ростовская область, это подделка препаратов противоопухолевых для, в первую очередь, для лечения рака молочной железы. И последствия этих псевдопроизводителей выявляются до сих пор. Еще мы выявляем лекарственные препараты, которые были вброшены в сеть. Значит, второе место производства это было выявлено, это Московская область, то, что я упомянул. Подделывались широко используемые населением, потребляемые лекарственные препараты, как кларитин и препараты для лечения диареи, эрогидрон, ну и часть других. В том числе сейчас возбуждено уголовное дело по поставке фальсифицированного лекарственного препарата, это «Виагра». В Республике Коми выявлено и возбуждено уголовное дело по продаже лекарственного препарата на основе ботулотоксина, вот то, что я уже говорил. Наиболее часто подделываемые препараты – это препараты из разных категорий, но в первую очередь нужно назвать это, конечно, аналоги «Виагры» и аналоги ботулотоксина, ботокса. Те, которые сегодня наиболее подвержены, потому что рынок достаточно большой и спрос существует на них. Также вот, имели случаи подделки противоопухолевых препаратов, противовирусных препаратов для лечения гепатита С. И в том числе стали попадаться, вот, ну, реже сегодня, но тем не менее существуют, это препараты широкого спроса. Социальный портрет, к сожалению, я вам не смогу описать. Я лично с этими людьми не знаком и не общался. С ними общаются правоохранительные органы, но то, что у данных людей понижена социальная ответственность и не критично относятся к тем своим последствиям, то, что они делают, это однозначно. Это преступники в любом понимании этого слова. Они прекрасно осознают, что они делают, они прекрасно понимают, какие последствия это вызывает для пациента, потребляющего эти препараты. Поэтому люди эти – это уголовные элементы. Спасибо. Прошу вас, последний вопрос. Зорина Кристина, журнал «Главная медицинская сестра».
Как изменится прием, хранение и уничтожение лекарств в медорганизациях именно? И когда ждать медорганизациям вот этих изменений, может быть, каких-то нормативных документов, стандартов? Изменится. Однозначно изменится сама процедура приемки, списания и утилизации при необходимости. Сегодня мы взяли из города Москвы для апробации системы одну медицинскую организацию. Сейчас это будет тиражироваться в остальные. В этом году мы начнем подключать к системе в каждом регионе медицинскую организацию для того, чтобы создать своего рода такие обучающие центры. В чем будет заключаться процедура? В первую очередь, при поступлении лекарственного препарата в медицинскую организацию все они должны быть введены в систему, что собственником этого товара является конкретная медицинская организация по конкретному адресу с имеющейся лицензией. В системе будут видны все организации, участвующие в обороте, как медицинские, так и аптечные, так и оптовые, так и производители. После того, когда происходит выдача препарата пациенту или в отделении, соответственно, этот препарат списывается, и мы видим в том числе, какие и медицинская организация сможет видеть свои остатки, которые находятся у них на балансе. В случае списания, нарушения условий хранения, какие-то механические повреждения или какие-либо другие внешние факторы, медицинская организация обязана будет извлечь из системы, списать этот лекарственный препарат, и тогда этот препарат уже будет числиться в облаке непосредственно как выведенный из оборота. Поэтому все манипуляции, которые будут происходить с упаковкой, они должны отражаться в системе. Для этого постановлением правительства будет четко описано, кто что делает и кто за это отвечает. Это конкретно по медицинским организациям. Ну и еще один такой важный момент для производителей, это не совсем отвечаю на ваш вопрос. На следующей неделе будет презентовано производство отечественных принтеров и систем для нанесения маркировки на лекарственный препарат. В рамках фармедобращения данная конференция проходит у нас ежегодно, она будет проходить в Центре международной торговли, и в понедельник в 2 часа как раз производители будут презентовать отечественные разработки по нанесению данного типа маркировки. Решений существует множество, в том числе и саморазрушающая марка. Мы не возбраняем использование данного механизма, который может также использоваться и как контроль первого вскрытия. Спасибо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за то, что вы пришли сегодня в пресс-центр ТАСС. Уважаемые гости, большое спасибо, что приняли участие в пресс-конференции. Пресс-конференция окончена. Спасибо большое.